Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня будем вязать с вами кофточку листья. Продолжение. У нас с вами есть кокетка. И от этой кокетки я предлагаю связать продолжение. Вот. Такое у меня вот бачок, то есть это пройма. Узор не вязала. Вязала просто узор впереди. На спинке узор тоже не стала вязать. Потому что кофточка достаточно плотная. И если вот эти все выпуклые места вязать, будет не очень красиво. Я думаю, что достаточно, вот немножечко у меня тут косит на приноске, все выровняется. И добавила еще пару цветов, пару других ниточек, потому что слонимский микс у меня закончился, и я вот такую сделала расцветку. Смотрится все здорово, очень тепленько, очень плотное вязание, рельефные столбики, они всегда очень плотные. Вот, и теперь... Моя основа для кофточки готова, а может быть для кого-то это будет просто жилетом, и он дальше вязать не будет. Это дело каждого из нас. Смотрим, как все это вяжется, и вяжем. У нас с вами есть кокетка, которую мы связали, и есть росток. Росток, что такое? Это вот на стороне спинки я провязала 4 рядочка туда и обратно, вот они у нас. И еще пятый ряд, это уже как продолжение вязания кофточки. Будем соединять пятый ряд. Вот. 4 рядочка, это вполне достаточно для ростка, для хорошей посадки кофточки. Теперь мы с вами должны объединить до маркера. Каким образом? Я определила маркеры, распределила просто поровну, сколько вот у нас было листочков, я их поделила на 4 части, выделила спинку, перед, вот у меня 5 листиков впереди, 5 листиков на спинке и по 3 на рукава. Вот. Теперь рукава мы с вами не вяжем, но я предлагаю еще 9 воздушных петель добавить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и потом только связывать. Почему 9? То есть вот это у меня будет пройма, и я буду вязать вот такой же узорчик. То есть одна у меня будет, один столбик рельефный лицевой, 9 будет изнаночных, как вот на спинке. Я предлагаю спинку связать все время вот таким узором, а впереди оставить листики как для украшения. Вот, и там, где маркер, мы присоединяемся. К вязанию, вот, и начинаем вязание заново, новый ряд. То есть мы вяжем рельефный столбик, там где у нас листочек закончился, мы будем вязать просто рельефный столбик. Потом мы будем с вами вязать столбики изнаночные рельефные, а на том месте, где сейчас мы вот до него дойдем, до этого места, в том месте, где у нас идет один рельефный столбик, мы начинаем вязать листики. Каким образом? Вспоминаем. Прямо в центре мы вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля и столбик с одним накидом. Помните, да, что в следующем ряду 2 простых столбика превратятся в 2 рельефных, а в центре опять будет вот такая же галочка. То есть вспоминаем, как мы вязали наш листочек. Вот у нас галочка превращается в рельефные. В центре галочка рельефные. И вот таким образом мы должны увеличивать до необходимого, допустим, там 6 столбиков с одной стороны, 6 с другой. Вот. И я предлагаю впереди продолжить вязать листики, будем чередовать. Листочек будем вязать, а здесь просто рельефный столбик. Вяжем, вяжем, вяжем. До маркера довязали. 9 воздушных петель набрали. Так, так, так. И до зеленого маркера вот сюда и соединили. Давайте смотреть, что у нас получается. Мы провязали рядочек здесь.
9 воздушных петель объединили, провязали рядочек здесь, 9 воздушных петель и объединили. Вот. Вот этот, на этом наш ряд закончился, и теперь мы начинаем вязание просто-напросто нового ряда. Мы набираем воздушную петлю, вытянули, продолжаем наш узор, да? То есть как у нас идет рельефный столбик лицевой, и потом поехали дальше изнаночные столбики. На спинке узора у нас будет, у меня будет просто рельефные столбики. Вяжем, вяжем, вяжем. На месте воздушных петель вяжем просто, первый ряд у нас будет просто столбики, чтобы потом влиться вот в этот узорчик, просто столбики. И дальше уже у нас идет узор листочки. Вот такое вязание я вам предлагаю сделать. Подошли к нашим воздушным петлям. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков мы вяжем просто столбики, а уже в следующем ряду мы будем превращать в изнаночные. Вот. У нас здесь идет рельефный, и мы увяжем рельефный. Все остальные вяжем узорчиком. Вот, а нашу боковиночку в первый ряд провязали просто столбиками, вовлекли в общий узор. И потом будем также вязать общим узором. Провязала несколько рядочков, вот что у меня получается, где пройма. Вот такой узорчик, то есть я вовлекла 9 своих столбиков, вот такой простой узорчик, вот как у меня на спине будет. А впереди я вяжу листочки. И в том месте, где мы с вами дошли до расширения 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков, вот в этом месте, уже в следующем ряду, листик мы начинаем сокращать, а новый начинаем вязать. Вот точно так же, как мы с вами вязали вот этот листик. Вот в этом месте полное расширение, начинаем сужать, а здесь начинается новый листик. И точно так же я буду вязать впереди. Еще пару листиков свяжу, а потом уже можно будет как-то интересно варьировать. Либо с одной стороны вязать, либо с другой стороны, посмотрим как. Но принцип вязания листиков будет таким. То есть я сделаю небольшое расстояние между ними, чтобы не была такая кучность, как на кокетке, а было немножечко больше пространства между расстоянием между листиками. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов, и потом начинается новый листик. Вот таким образом выглядит моя кофточка. От пройм я вязала. Там, где пройма, я вязала просто узорчика. И листочков, сколько у меня получилось, как от кокетки они шли, я так и вязала. Ничего не меняла. Единственное, что я сделала, я начала с листочков крайних. Вот у меня пройма идет. Связала листочек и потом закончила шишечкой. Связала в один столбик 7 столбиков. А в следующем ряду 7 столбиков связала как один. И все. Решила вот так вот сделать завершение. Разные нитки, у меня закончились нитки одного цвета, я присоединила еще один микс. После этого микса у меня он тоже кончился, я еще связала вот такой бирюзой. По высоте все уже как бы мне хорошо. И я буду заканчивать вязание резинкой. Ровно пол листочка. Резинку, я думаю, все мы знаем. Вот. Что это у нас? Это у нас будет рельефный. Вытягиваем лицевой и изнаночный. Несколько рядочков провяжу резинкой и на этом кофточку закончу свою. Вот таким образом. Чередуем лицевой и изнаночный. И вот такая резиночка будет. И моя кофточка теплая, очень теплая, потому что рельефные столбики, они очень теплые. Вот так она будет выглядеть у меня. Немножко узорчик косит, но я думаю, при носке он будет себя вести достойно. То есть вот все те же листики, которые мы с вами вязали.
Один вяжем в этот момент, второй не вяжем, а просто столбики. И все. Ничего такого сложного. Листики мы с вами научились вязать на кокетке. Теперь по очередности вяжем. И так просто сделала такие помпончики для красоты. Может, и вообще делать не надо. Может, просто все вязать листочками. Либо листочек завершили и рельефные столбики. Тут уже у каждого как фантазия играет, тот так и вяжет. На ту высоту, которую всем... У каждого она своя будет. Поэтому вяжем столько от проймы, сколько нужно. И заканчиваем резинкой. Получилась у меня вот такая кофточка с вставкой из бирюзовой моей любимой пряжи. Тепленькая такая кофтежка, даже можно ее связать не кофточкой, а жилетом. И вот мне пришлось еще добавить пряжу, потому что микс уже у меня закончился, и я боюсь, что на рукава не хватит. Вот. Но тем не менее, смотрится все достаточно красиво и интересно. Муж сказал, что он даже не подозревал, что пряжи не хватило. Он думал, что это моя такая задумка дизайнерская. Вот такая вставочка. То есть я провязала еще резиночкой, и уже когда длина хорошая, я уже закончила вязание и обвязала полустолбиками и столбик без накида. Все. Моя кофточка такая. А может быть жилетик, да? У кого какие планы, у всех они разные. Готово. И смотрим, вяжем и ждем продолжения. Всем приятного просмотра, до новых встреч. Спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Для меня это очень важно.